Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Журналісти «Нью-Йорк Таймс» ідентифікували десятки російських військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку, які вбивали цивільних українців у Бучі. Про це йдеться в матеріалі видання «Нью-Йорк Таймс». Цей матеріал був оприлюднений 22 грудня. Розслідувачі проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській в окупованому місті Буча під Києвом у березні 2022 року. Фактично, оцей 29-хвилинний відеоматеріал, він зайняв 8 місяців розслідування. Уточнені вивчення різних матеріалів. Про те, які висновки були зроблені і що ми маємо розуміти про те, що відбувалося у Бучі у лютому та березні, ми зараз поговоримо з однією з авторок цієї матеріалу. З нами на зв'язку Маша Фроляк, вона є журналісткою «Нью-Йорк Таймс». Пані Машо, добрий день, вітаю вас в ефірі. Здравствуйте, Олексій, спасибо большое, що пригласили на вашу програму. Я саме хочу почати, знаєте, з того, що, можливо, не було метою все-таки вашого розслідування, так? Але, звісно, що коли ми говоримо про те, що відбулося у Бучі, то, звісно, ми вперше ж ставимо собі оце запитання. Чому, чи можна зрозуміти, чому російські військові вбивали от звичайних цивільних людей одного за іншими? Чи ви зрозуміли цю логіку? Логику сложно, конечно, понять. То, что мы смогли установить в ходе нашего расследования, люди, которых там убивали, в своем большинстве были мирные люди, которые просто случайно совершенно оказывались на этой улице. Они шли проведывать своих родственников, или шли за продуктами, или шли домой, и их убивали. А некоторые пытались эвакуироваться, их расстреливали в машинах. То есть, что мы видим, это систематические убийства людей на протяжении всего месяца. В ходе нескольких интервью с военнослужащими из 234-го полка, которые непосредственно пользовались телефонами жертв, вот два человека, один из военнослужащих признался, что велась зачистка. Розуміємо. Якщо говорити про цей 234-й псковський підрозділ, 234-й полк, журналісти «Нью-Йорк Таймс» зробили дуже важливу роботу, тому що там ми маємо імена тих, хто дзвонив, ми маємо імена їхніх командирів. Де ви брали відео? Чи можете розповісти? Ми розуміємо, що там тисячі годин, але ж здається, що росіяни намагалися відключити камери, які були у місті. Совершенно точно, Олексій. Дійсно, військовослужбовці систематично уничтожали камери по всьому місту. Камеры наблюдения, они все еще записывали несколько дней, то есть они не все камеры на тот момент еще уничтожили, и на тот момент еще было электричество, как мы знаем, потом оно вот в начале марта уже практически его нигде не было. То есть какие-то камеры им не удалось уничтожить, или же они в них стреляли, но сервера продолжали записывать. И совершенно каким-то чудом дом с несколькими камерами, который был прямо напротив их базы, которую они сделали с этого здания свою базу, они записывали, хотя фактически они несколько раз пытались эти камеры расстреливать, но каким-то чудом они продолжали работать. И вот эти несколько дней в марте, то есть вот если они уже начинали заход 3 марта, то у нас есть съемка за несколько дней. Как вы сказали, в нашем анализе у нас были тысячи часов съемок, но это вот за первые дни марта, нужно тоже понимать это. И остальные камеры мы с моей коллегой Юсур Альхлу, когда мы были в Буче, вот как только она была деоккупирована, мы фактически вот весь месяц пытались разговаривать с людьми, которые пережили оккупацию или же с семьями, у которых там убивали людей, родных,
И также мы фактически ходили от дома к дому и спрашивали, есть ли у вас какая-то съемка, есть ли у вас камеры наблюдения. То есть это был очень длительный процесс собрать эту всю съемку, но вот нам очень повезло, конечно. Ну, ми точно знаємо, що про це говорить Росія, і такі сателіти Росії, так, її союзники, там, Білорусь, що, ну, Буча, це все фейк, що там постановка британських спецслужб, здається, тому чомусь саме британських. І які от безперечні докази того, що це саме зробили росіяни, і що це саме зробив цей псковський 234-й полк? Угу. Мне кажется, что я уверена, что мы собрали сильную доказательную базу, которая свидетельствует о том, что именно 234-й полк несет ответственность за убийство на Яблонской улице на протяжении месяца. А в ходе нашего расследования мы проанализировали съемку с камер наблюдений. Когда мы поняли, что русские солдаты забирали телефоны у местного населения, мы также решили проверить все телефонные номера людей, которые там погибли, и посмотреть, пользовались ли российские солдаты ихними телефонами. И оказалось, что действительно они это делали, и мы смогли установить солдат и ихнюю военную часть. И во всех случаях это был 234-й полк. Также к нам в руки попал документ, который показывал радиосеть, по которой разговаривали командиры с ихними позывными. И когда мы проанализировали, опять-таки, камеры, которые снимали напротив их базы, одна из камер записывала звук. И вот в начале марта, когда они заезжали, уже делали эту базу свою там, мы слышим, эта камера записала радио, то есть переговоры по рациям, общение военнослужащих, и также записала вот именно эти позывные, которые относятся к командирам 234-го полка. То есть здесь как бы нужно понимать, что это различные... как бы улики, которые свидетельствуют о том, что во время, вот в тот день убийств там находился именно этот полк. То есть в ходе нашего анализа мы видим именно, вот делаем такой вывод. Ну, більше того, тут я просто хочу зазначити для тих, хто ще не подивився матеріал New York Times, там на самому початку говориться про те, що, ну, недостатньо просто сказати, знаєте, що це росіяни зробили, а дуже важливо саме визначити, хто це були, хто це саме були. І більше того, ви визначаєте те, що командування було присутнє. Ну, тому що завжди ж можна сказати, що, ну, це просто ці солдати, не знаю, чи вони були п'яні, чи взагалі там, хтось взагалі скаже, та вони налякані були, тому вбивали і жінок, і дітей, і розстрілювали машини і вбивали людей на велосипедах, але ви також визначили, що там і командири були, і вони присутні, і вони про це знали. Що про це свідчить? Опять-таки, об этом свидетельствует серія улик, так сказати. Во-первых, это позывные, которые мы слышим на камерах, это позывные именно командиров батальона и полка Артема Городилова. Мы также из серии интервью, которые мы провели с военнопленными, мы знаем, что нам тоже говорили, что их позывные совпадают вот с теми, что мы видим в этом документе. Этот документ был утвержден, подтвержден несколькими независимыми экспертами. То есть мы слышим вот в те дни, что командир разговаривает со своими подчиненными командиром батальона. Что это значит? Это значит, что они или же там были, или же они, по крайней мере, то есть отдают приказы, они знают, что там происходит. И мы также знаем, конечно, что в армии вертикальная иерархия, то есть, в принципе, рядовые солдаты или же... то есть, ну, рядовые солдаты не могут сами идти расстреливать людей, условно. То есть, все равно это должна быть какая-то команда.
Дальше есть несколько случаев, которые тоже захватили камеры, где мы слышим, опять-таки на Яблонской улице, мы видим и слышим, что один из солдат кричит: «Полковник, товарищ полковник». Наши эксперты сказали нам, что это звание может относиться только к вышестоящим офицерам. Скорее всего, это командир полка или же выше. То есть мы понимаем, что на той улице находился командир. Также на другой камере мы видим, как идет тоже человек, рядом с ним идет охранник, а также эксперт по коммуникациям с рацией. Также нам подтвердили, что это выглядит как командир, за которым вот еще едет колонна тоже техники. Ну, так уже саме в вашому матеріалі там зазначено, що такий підполковник Артем Городілов, от він був одним з тих людей, хто керував цією операцією і, мабуть, знав про те, що вбивали просто цивільних українців, розстрілювали. Він одразу після того, як росіяни втекли з Київщини, з Чернігівщини, він одразу був нагороджений. А от це знову ж таки, знаєте, це, мабуть, більше про емоційні оцінки, ніж про фактологічні. Але, ну от про що це свідчить, на вашу думку? Ну, учитывая, что, насколько мы знаем, никакие, то есть до сих пор русские чиновники отрицают то, что российская армия причастна к убийствам мирного населения, и называют это все постановкой и фейком, то понятно, что они, по крайней мере, на данный момент не ведут никакие расследования по факту того, что там умирали мирные жители во время оккупации российской армии. И, видимо, они еще и поощряют работу своих военнослужащих. То, как мы видим, что многим дали медали, включительно Артему Городилову, командиру полка. Ну так, і от коли ви говорили, ви розповідали про те, що ви саме змогли саме відслідкувати дзвінки російських окупантів, коли вони використовували саме телефони своїх жертв. Тут варто зазначити, що саме про це йдеться в матеріалі, що от є два телефони двох українців, які були вбиті росіянами, Віталій Карпенко, Іван Скиба, що от їхні телефони саме використовували. І там багато людей ними користувалися, але більше того, що саме за оцією триангуляцією можна визначити не тільки, коли дзвонили, дзвонили одразу після того, як були вбиті українці, розстріляні, але й звідки дзвонили, тобто з місць цих розстрілів. Чи правильно я все зрозумів? Получается, что мы нам предоставили детализацию всех звонков в Буче за март месяц. Мы опять-таки проверили, так как мы уже знали все номера людей, которых убивали на Яблонской улице, так как мы уже устанавливали всех жертв и разговаривали с их семьями, и просили у них телефоны, номера телефонов этих людей, и проверяли потом в этих списках биллинговых, и мы видели вот этот ужасающий момент, что действительно русские солдаты звонили с телефонов убитых людей, и это, как вы сказали, Виталий Карпенко, Иван Скиба, и были другие люди, которых убивали на Яблонской улице в течение месяца, чьими телефонами пользовались. Это Павло Валько, это человек, который был убит ближе к концу марта, его телефоном тоже пользовались в тот же день, когда его убили многие солдаты. Это Максим Киреев. И то есть мы видим, опять-таки, систематически, что они пользовались этими телефонами. Мы смогли установить, идентифицировать фамилии этих солдат и проверить их военную часть. Во всех случаях мы видим, что это 234-й полк.
Це також дуже важливо, що ви називаєте ці імена, тому що ми маємо знати імена і також тих, хто загинули, хто були вбиті росіянами. Uh-huh. Якщо говорити про цей Псковський 234-й полк, що про нього варто знати? Чи розуміємо ми, чому саме він опинився в Бучі? Ми ж пам'ятаємо, що, ну, звісно ж, метою росіян було захопити Київ, захопити столицю. Тож ми розуміємо, що цей полк, мабуть, ну, був дуже досвідчений, і саме його задачею було просунутися через передмістя Києва до самої столиці. Іменно так, наскільки ми знаємо, задача була доїхати до Києва в течение 15,5 часов. У них это не получилось. Это действительно была 76-я дивизия. 234-й полк считается одним из самых элитных полков, насколько мы знаем, десантных в России. И именно им поставили задачу этой дивизии и этому полку вот в этой задаче захватить Киев. Но у них это не получилось. Ну так, ми знаємо, це дуже хороша новина, що це в них не вийшло. Далі вони мають понести відповідальність за свої злочини. Ну і, звісно, таке розслідування, яке New York Times провело, дуже в цьому допомагає. Машо, я, знаєте, я ще хочу вас запитати, знову ж таки, це вже не стосується розслідування вашого, трошечки про інше. Ми говорили про те, що є якісь окремі політики чи представники окремих країн, які ставили під сумніви те, що сталося в Бучі, і взагалі ставили під сумніви те, що відбувається в Україні, які є мотиви Росії. І, на жаль, подібні висловлювання ми бачимо і в Сполучених Штатах Америки. Ми можемо серед іншого назвати дуже популярного телеведучого Такера Карлсона, так? Він працює на Fox News. У нього взагалі дуже багато претензій до України, дуже багато таких слів поваги до Росії. Наскільки це поширено в США? І от, скажімо, чи могли б ви оцінити позицію Такера Карлсона? Чому така популярна медіапостать в США, на вашу думку, дозволяє собі такі висловлювання? Мне сложно оценить какие-то теории заговора. Очень сложно это сделать, поэтому я даже не берусь. Мы скорее тратим свое время на то, чтобы заниматься нашей работой и все-таки доказывать, непосредственно предоставлять факты вот этих преступлений. То есть это не голословно говорить, что там русские солдаты или еще кто-то занимался этими преступлениями. Да? То есть мы предоставили миру факты и доказательства этих преступлений и причастности российской армии и непосредственно вот этого полка. Если чиновники рассказывают и вот... Также, возможно, какие-то другие политики рассказывают, что это российская армия не причастна, или же это эти убийства немирных жителей, да, то мы непосредственно в этом расследовании доказываем обратное. Мы установили имена, фамилии 36 жертв, которые были убиты зверски на этой улице, а в основном это были мирные люди. И если чиновники говорили, что эти все тела появились на Яблонской улице, когда российская армия вышла из Бучи, то есть в конце марта, опять-таки мы предоставляем доказательства того, что на протяжении всего марта месяца, когда там находилась их армия, люди умирали. Мы анализировали снимки, спутниковые снимки, опять-таки камеры наблюдения, съемку с дрона. И мы видим, что эти люди там умирали на протяжении всего месяца. Не умирали, их убивали российские солдаты. Машо, я ще раз хочу вам дуже подякувати за це розслідування і, звісно, команді New York Times, яка цим займалася. Дякую вам за цю розмову. Маша Фроляк, журналістка New York Times, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.